Привет всем знакам зодиака! С вами снова я, Милена, и наша еженедельная рубрика «Гороскоп с Миленой». 2022 год подходит к концу, и впереди нас ждет новая глава жизни. Сейчас самое время отпустить все обиды и оставить печаль в уходящем году. А в 2023 забрать только теплые воспоминания и благодарность за полученный нами опыт. Новый год – пора исполнения желаний, но когда и как правильно их загадывать, чтобы мечты точно сбылись? Об этом мы с вами узнаем в конце выпуска. А пока рекомендации для каждого знака зодиака. Овны. Внешнее давление на вас ослабевает. Кипучая энергия, ясная голова и определенная доля ловкости – такова помощь вам от звезд на этой неделе. Но не рекомендуем начинать пока никаких новых дел. Тельцы. Начало недели может оказаться довольно беспокойным. На этом о негативе все. Кто хотел поменять что-то в своей жизни, на этой неделе дается благоприятная возможность. Близнецы. В чьи планы входит наведение красоты и обновление гардероба, подходящий день – суббота. Выходные подтолкнут вас к проявлению основных инстинктов. Ограничиться ненавязчивым флиртом или с головой пуститься во все тяжкие на любовном фронте – решать вам. Раки. Непросто бывает жить, когда ваш покой постоянно пытаются нарушить. Неудивительно, если вы почувствуете, что нервы уже на пределе. С этим поделать ничего нельзя. Просто запаситесь чем-нибудь вкусным и спрячьтесь в безопасном месте. Львы. Вам на этой неделе придется поработать, как говорится, за себя и за того парня. Кроме этого, уделите внимание своему здоровью. Если что-то беспокоит, не затягивайте с обследованием. Девы. К счастью, звезды вам сейчас не скажут, что белая полоса заканчивается. Продолжайте быть успешными в том же духе. А если вас начнут одолевать грустные мысли или сомнения, помните, что это сейчас все мелочи. Весы. Постарайтесь не искать себе лишних дел. Даже без вашей инициативы мир сам придумает, чем вас занять. Лучше займитесь делами, связанными с домом. Генеральная уборка, ремонт или перестановка мебели. Скорпионы. Существенного напряжения в вашу сторону от звезд не ожидается. Но если кому-то интересно, сейчас благоприятный период для получения новых знаний и навыков. Стрельцы. Иногда полезно временно перестать активно вовлекаться в жизнь и позволить себе щепоточку философского ничего. Попробуйте ничего не делать и не думать ни о чем другом, кроме как о настоящем моменте. Козероги. Суперзвездой быть нелегко, но вам придется с этим справиться. Короны на голову, орел величия на плечи и вперед к сиянию и подвигам во всех сферах жизни. Водолеи. Главный роман в жизни – это роман с собой. Неделя предлагает поразмыслить, достаточно ли вы себя любите, достаточно ли уделяете себе внимание. Желание побыть наедине с самим собой следует безотлагательно исполнить. Рыбы. Практически весь год звезды дарили вам благоприятные обстоятельства. Оцените свои успехи и осознайте, насколько прочный фундамент вам удалось заложить для своей дальнейшей жизни. Наслаждайтесь моментом. Дальше – больше. А теперь главное. Как же все-таки загадать желание, чтобы оно точно исполнилось? Загадывать его лучше не 1 января в куранты, а сейчас, в ночь с 24 на 25 декабря. Важно сесть за стол и вдумчиво записать все мечты и надежды по пунктам. Другими словами, составьте план вашего персонального счастья на грядущий год. Прогноз был подготовлен астрологом Мариной Мироновой. Спасибо, что были с нами в этом году, и до встречи в 2023.